Доброго времени суток, с вами Уксус. И сегодня мы будем играть в SimCity. Так, подождите. Я тут налажу игру. Все наладим. Окей. Ну ладно. Давайте начнем игру. Так, это нам не нужно. Мы начнем сегодня в обычный Вердиана Вудс. Я хочу выселить. Титана. Ой. Я люблю обзывать города таким грубым именем, как, например, Окставиль. Ну ладно. Вот тут я хочу ровную поверхность. Бег мустанга. Немного глотну чайку. Омега-Ко. Я думаю, я его установлю. Омега-Ко этот. Так, и вот загрузилась. Ой. Ачё. Подождите, я сейчас поставлю на паузу и вернусь. Итак, я возвращаюсь. И это не песочница, а то было дело. Сегодня будет два видео. И по Майнкрафту, и по SimCity. Ну, может, даже три. Так, а я подсоединил свой город. Это хорошо. Я люблю строить таким образом. Тут будут жилые, тут коммерческий райончик. Ёнчик. Но у меня будет кризис безработицы, да? Промышленная зона будет, куда дует ветер? Да уж, спросил, куда дует ветер? На это можно двумя словами ответить.
Тремя, вернее. Я квадратиками строю, потому что мне так нравится. И у нас начались проблемы с водой. Да? Да. Так, ветер. Вот тут вот. Нам нужна энергия. Вы только поселились. Какая энергия? Вы неплохо начали, мы. Однако вы кое-что забыли. Какую электростанцию вы хотите построить в конечном итоге, вам решать. Но я прислушайтесь к горожанам, затем делайте выбор. Ну, это понятно. Отключено. Хрен вам. Хрен вам. Ладно, я думаю, ветровую поставлю, она не загрязняет. Так, 4. Поломин. Пусть так и называется. Нефти используем повсюду. Это плохо, что она... Ну, это плохо, что она загрязняет. Я думаю, что вот тут тоже неплохое место для... Недостаточно покупать. Ну, конечно. Я бы вам дал недостаточно покупателей. Ладно. А что надо для этого? Так. Надо привлечь. Поставлю бассейн свой. Ой, какой бассейн? Что-то я запуталась немного.
Вы меня извините, еще утром у меня как-то даже башка болит, наверное. Не, она у меня не болит, но... Ну, в общем, проблема у меня небольшая. Вот. Хорошая коммерческая зона, это хорошая. Так, хочу дать один совет. Вот, никогда не ставьте сточные воды возле водонапорной башни. Ну, вот такую я имею в виду. Вот такую можете ставить где угодно. Омега-кот стремится к расширению Паламина, кажется идеальным городом для продажи омега. Да? Промышленность стучится в двери и требует омега. Давайте построим завод и откроем его производство. Если мы поставим его заводом в достаточном количестве, мы сможем превратить их во франшизы, получать от них лицензионные платежи. Давай. Ну, конечно, столько сточных вод – это плохо. Забитый. Так, это умеренный, по-моему. Офигеть. Это забитый. И это забитый. А эти пусто. Офигеть. Что вам надо? Марва, не хотите построить таунхаус? Можем пользоваться городскими службами, пожарными, полицией. Давай. Так, таунхаус, где вы разместите? Паламина какой-то ужасный. Отстань от меня, девка. Разместим еще недостаточно покупателей. Вы издеваетесь. Но это не серьезно. Они сами виноваты. Они сами захотели такой город. Ну, может, это не я виноват. Ну, в общем-то, они виноваты.
Чи це ястреб? Так, та вона хова. Я думаю, мені треба... Куда бы его переставить? Мэр нам сообщает, что какой-то... Ну, вы сами, я думаю, прочитаете. И я не буду читать. Ставим Максис Мэна. Мне понравилось. Но правда не тут никто, конечно, строиться не будет. Ну или уместят свои мелкие домишки. Вот да. Вот теперь это нормально. Максисмену много надо. Особняк Максисмен. Но стоит он довольно дорого. И 900... Башня не удобно. Тоже мне понравилось. Но я правда не понял. Да что, что недостаточно покупателей, да? Я этот город продолжу и буду играть в него. В общем, я в этот городок хочу долго поиграть. Но это же города будущего. Так, вот тут. Вот тут нам еще нужна больница. Я даже знаю, где будет больница. Да вот тут она будет. Нет, Эва.
Я понимаю, в этом панели бюджет. Я ухожу в плюс. У меня очень много денег. Благосостояние растет. Надо. И я думаю, на этом. Я думаю, надо парки, а потом уже закончу. Ладно. Поставлю парк. Тут. Тут. Так. Вот тут, думаю, поставлю. Вот тут. Много парков не надо, у меня с этим проблемы. А что за задание? А, давайте станем маленьким городом. И я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, ставьте пальцы вверх. И всем пока.